Северо-Кавказская государственная филармония имени Василия Ильича Сафонова совместно с Санкт-Петербургским домом музыки представляет вашему вниманию программу «Музыка звезд». На сцене академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Карл Филипп Эммануил Бах. Концерт для флейты с оркестром ре минор. Опус 23. Солистка. Лауреат международных конкурсов Елизавета Иванова, Санкт-Петербург. Дирижер. Лауреат международных конкурсов Игорь Манашеров, Москва.
Thank you.
Сергей Кусевицкий. Концерт для контрабаса с оркестром. Фа диез минор. Опус 3. Солист. Лауреат международного конкурса Евгений Рыжков. Санкт-Петербург. Thank you.
Ciao.